21 век Фокс и Cyber Snake TV представляют Наша Лажа. Всем привет! С вами Графрок и Никитос. И сегодня мы подготовили для вас спецвыпуск, посвященный начинающим струнодерам, которые воистину взорвали YouTube. С тех пор, как рухнул железный занавес, жизнь советского, серого, но идеологически правильного человека заиграла новыми красками. Сникерс, Кока-Кола, порнография и, конечно же, рок-музыка. Конечно, из-за океана пришла не только рок-музыка, но сегодня мы сакцентируем внимание именно на ней. Потому что именно ее музыкально подкованный гражданин нашего государства принялся коверкать в первую очередь. Есть такое расхожее мнение, что Америка — это колыбель мировой музыки, которая вскормила большинство артистов с мировым именем. И сегодня мы покажем вам обратную сторону этой самой колыбели. Дамы и господа, мы вас приветствуем на первой церемонии вручения премии «Золотой метроном». Итак, поприветствуем первого номинанта в номинации «Лучшее рок-исполнение» — безымянная группа с кавером на композицию «Sweet Child of Mine». Первая группа — это как первая любовь. Кому попало, не покажешь. Кстати, с Днём Святого Валентина! Ах, какая синхронность! Какая экспрессия! Какое мастерство! Какой чистый голос! Нет, ну на самом деле, если это видео не дало ребятам какого-либо музыкального продвижения, то уж сделало их звездами Ютуба, это точно. Кстати, а в группе Guns N' Roses еще все живы? Вроде да. Не, на самом деле, я просто думаю, не пора ли еще на чьей-нибудь могилой ставить новую электростанцию? А следующий номинант в нашей номинации «Лучшее рок-исполнение» — безымянная группа номер 2 с композицией «Eye of the Tiger». Кстати, ты смотрел фильм «Рокки»? Ну, конечно, смотрел. Ты помнишь, как этот музончик помог нашему здоровяку набрать нужные формы для соревнования? Конечно, помню, прям так... А теперь давайте проведем эксперимент. Поможет ли эта воодушевляющая композиция набрать нужный вес Графроку? А сейчас пришло самое время посмотреть на результат. А что? Какое исполнение, такой результат. А ведь я, между прочим, всегда говорил, что арабам не место в рок-музыке. Никитос, так он же вроде индус. Да и этим тоже. Пришло время встречать следующего номинанта в номинации «Лучшее сольное гитарное исполнение». Он что, Полет Шмеля, что ли, играть будет? Нет. На этот раз это чудовищный клоун всем известной композиции Бетховена к Элизе и воспаленной фантазии главного героя видео. Ну,
Кстати, мы показали эту композицию целиком не просто так. А знаете почему? Потому что этот чувак оброс настолько жирным пластом славы, что на него даже записали кавер. Итак, я думаю, вот это видео заслуживает как минимум приза зрительских симпатий. Ведь все мы с вами знаем, что гитаристы – самые активные люди на сцене. Но, блин, вот это, по-моему, уже перебор. А сейчас пришло время для нового номинанта в номинации «Лучшее рок-исполнение». Безымянная группа номер 3 с композицией The Final Countdown. We will sing song The Final Countdown of the group Europe. Эти ребята из разряда тех, кто долго запрягает, но потом быстро мчатся. Причем не в попад. We live together, but still it's farewell, and maybe we'll come back to Earth, who can tell? I guess there is no one to blame, we're living proud. Нет, видимо, бюджет группы не потянул барабанщика. Слушай, ты что, серьезно хочешь, чтобы он там был? Что-то на этом фоне мы совсем забыли про номинацию на лучшего вокалиста. Не, ну ты серьезно хочешь это показывать людям? Никитос, а почему нет? Ну разве что совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну чё, граф Рок, надеюсь, тебе этого хватило? Да! Вполне! Итак, барабанная дробь. Ну или как-то так. Пришло время для последнего номинанта в номинации «Лучшее рок-исполнение» и, собственно говоря, ее победителя! Безымянная группа номер 4 с композицией «Rock You Like a Hurricane». Погоди, стоп. Разве она безымянная? Смотри внимательнее титры. Не в силах это смотреть. Это по-любому победитель нашей номинации. Главный приз в студию. Конечно, этот метроном явно не золотой. Да и вообще весь наш конкурс одно сплошное наебалово. Но я думаю, наши конкурсанты вполне оценят это приобретение в свою копилочку. Ну что ж, друзья, надеюсь, вы поняли, что лажа происходит не только на наших сценах, но и за бугром. А кстати, для особых ценителей жанра садомаза, прямо вот здесь под этим видео мы прилагаем ссылки на видосы, которые были сегодня в нашей программе. Ну а на этом все. С вами были Граф Рок и Никитос. До скорых встреч. Пока.